Всем привет! Кто еще не в курсе дела, как мы садили бамбук семенами, может посмотреть по ссылке вот здесь. В общем, семена бамбука не всхожие были и не взошли. Пришлось заказывать другой бамбук, уже пророщенный, с корешков. Заказали два вида бамбука. Один японский, другой какой-то полосатый, тоже морозостойкий. Ну, в общем, сейчас покажу, что у нас пришло. Бамбук может служить как живое декоративное ограждение, ну типа забора. Бамбук растет со стремительной скоростью. Некоторые виды бамбука могут расти от 30 сантиметров до 90 сантиметров в сутки прироста. Бамбук прочнее стали. У бамбука предел прочности на разрыв гораздо выше, чем у стали. Так что бамбук является одним из самых прочных материалов на планете. Благодаря этим свойствам бамбук в настоящее время широко используется для изготовления велосипедных рам. Его невероятная прочность идеально сочетается с легким весом. Это также делает бамбук идеальным кандидатом на замену дереву. Бамбук используется в строительстве. Бамбук можно использовать в армировании и стройке домов. Ну а мы пока по серенькому будем подпорки пока для помидорок ростить из бамбука.
провел эксперимент по черенкам. Одни посадил на улице в школку, другие в теплицу поставил, посадил там тоже. Другие два штуки взял и дома поставил. В итоге они дома быстрее проросли, чем на улице. На улице холодно, они, видать, не хотят расти в холоде. И почки не распускают. У меня один хороший подписчик просил черенки винограда пророщенные. Ну, в принципе, они уже выросли, два штуки могу отдать. Ссылку на его канал в описании скину. Если что, заходите в гости на чай.